إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درجي مسلماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Для тех, кто дал салам всем вам, алейкум ассалам, рахматуллахи, баракату, и амин за ваши дуа. Дорогие братья мусульмане, как бы ни старались защитники Таута, рабы этих Таутов, защитить этого тирана, который притесняет мусульман, как бы они не кричали «защитник», Исламом мусульман является Путин. Путин нас любит, как сказал Муфти, ему Путина любим, как бы они не старались приблизиться к этому тоготу и закрывать его грязные деяния, людям показать, якобы он любит ислам и мусульман, закрывает все его э, шаги, которые делают против ислама, якобы это не так. Такого нету, но все равно невозможно закрыть явная вражда против ислама этих людей, этих тиранов, которые они воевали и воюют до сих пор против ислама и мусульман. Как бы россияне не кричали, не воюют Россия против ислама, как бы эти муфтият этих, этого России, их структуры не кричали, они не воюют против ислама и мусульман. Подряд каждую пятницу какие-то выходки делают. И каждый этот выход, говорит, это Путин не знал. Или же говорят, это кто-то провокации делает. Провокации делают же не люди, туда а людей отправляют. Путина подчиненный, это Таути, это ФСБ и другие. Структуры же туда своих полицию отправляют, закрывают мечеть. Отправляют, чтобы проверять документы якобы. Отправляют, унижают, унижают мусульман там. А сейчас раньше мечеть заходили, а сейчас пришли, перед мечетью стояли. Якобы эти люди беспокоятся за мусульман. И говорят, поступил сигнал, что мечеть заминирована, и из-за этого нельзя зайти. Сам мечет, если заминирован, так рядом с этим мечетом зачем стоят в первую очередь? Во-вторых, один-два человека пришли, двери, возле двери стоят и говорят, минирован мечет. Из этого дома никого не выгнали. И туда не пригнали ни танки, не пригнали ни туда ни солдат, ни саперов. Кто, только один мент и одна пожарная стоит и говорит, что бы заминирован мечет, не выкурили никого, и мечет людей не пускают. В этом доме наверху живут рядом, магазины открыты, издеваются. Издеваются над мусульманами и не прекращают издеваться над мусульманами. О, мусульмане, не ждите от этого тирана, что он будет над вами милостиваться. Как бы эти муфтияты со всей России не, облизывали это ему, никогда он не будет приближаться к ним. Он над ними издевается. Он над ним только одному муфте, он крест и дарит. И этим даже унижается этот человек. Это люди, которые воюют против ислама мусульман, ему дарит крест. Для чего? Он говорит, ты наш солдат, ты наш служащий молодец, ты правильно делаешь, уничтожая мусульман, работая против ислама. Сверх этого вот эти люди делают агитацию, что наши дети, мусульманские дети, мусульманские мужчины пошли воевать за этой Россию. Когда мы защищаем, говорят, нельзя туда идти, не идите, это вы туда идете в джаханнам, вы туда идете в ад. Потому что, если там убьете себя, имеется в виду, убьют вас, не говорю, что они а убьют вас там, за что? За родину? Какая родина? Россия? За этого тирана, который уничтожал до сих пор ислам и мусульман? За этого вечный ад. Потому что это не исламская война. Потому что это не мусульмане. Вы туда идете защищать Таута в армии Таута. И кто это фатху дают, они тоже не ислам и никакого отношения не имеют. Чтобы вас успокоить, вас отправляют. Хадж, умра, украшает ваше деяние. Их человек за деньги Каримова или как-то. И ни ваш хадж не поможет вашему сыну, который... Пошел умер за эту Россию, потому что вечный ад. Если мы это говорим, не отправлять своих детей, нет, вы хотите кровопролитие? Угу. Субханаллах. Смотрите, сколько кровопролитий мусульман там, сколько кровопролитии дагестанских молодых людей 18-20 лет, еще нормально, которые борода не выросли, которые сами в разгар молодости отправляют ваших детей туда, умирать. За этих грязных людей. За этих грязных людей. это вот того, вот он спокойно сидит, делает все, что печалится за вас. Не скорбит ни за вас, ни за ваших детей. Хоть тысячи они там умирают и умерли. Очнитесь. Делайте все, чтобы туда не пошли. Лучше садитесь, сидите в тюрьму. Лучше убегайте от, 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 убегайте от армии, а страны не ходите в военкомат, лучше в тюрьму сидеть там пойти этот ад, убить себя. В тюрьме, иншаллах, как бы не было, там, что ты убьют тебя, это маловероятность. Но там из Кавказа, которые ушли, сотни, даже тысячи уже вернулись мертвыми. из этого еще раз делаю насеха. Очнитесь, братья мусульмане. Очнитесь, братья мусульмане, это кафирская война. Очнитесь, мусульмане, это амбиции одного кафира, одного таута убивать. Отправляйте своих детей. Куда вы смотрите? О, матера, о, отец, для этого ли ты воспитал своего сына? Если это твой сын, ты пошел, пошел защищать мусульман, и мусульмане, которые изнасиловали эти кафери, вы считали это кровопролитие, вы считали это, что он пошел, он террорист. Субханаллах. Он пошел защитить свою честь и свою религию. Он тогда стал бы шахидом. В Ахирате он был бы для вас заступником. Но в этом войне вам нет ни дуния, ни в Ахира. Сколько людей тут раненым вернулись и отказывается в военкомат, чтобы ему, что он раненый, написать на его документах, чтобы не оплатить те обещания, которые они обещали. Те жалования, которые они обещали, чтобы не платить, сколько из военных от, от э, военным отказывают, чтобы писать, он ранен в бою. Для чего? Чтобы не оплачивать эти деньги. А вы все равно слепо идут, идете за ним. Не упрекайте этих да, того -то, их, э, их служащих, этих муфтиятов, которые дали факту, что там джихад. зам муфти Дагест, Дагестана дал факту, что там джихад. И кто там умер, становится шахидом. И другие тоже. И муфти, и его армия окружающиеся молчат. Если за муфти дал и муфти молчит, это его грех. И он тоже является той же самым человеком. А он не скажет, я же не дал фатву. Твой подчиненный дал фатву. И муфти жена говорила родителям, которые там умерли, что если вы узнали бы, что Аллах вам приготовил за это, вы желали бы, что второй сын тоже там шахидом стал, тогда почему не отправляешь своих детей, своих сыновей, чтобы ты радовался судный день, если ты этом веришь? Не муфти сын, не муфти жена сын там не был. И также муфтия других стран, соседних кавказских регионов, которые дали фатву. Субханаллах. Это никакое отношение не имеет ни исламу, ни мусульман. Вы сами смеетесь на своей религии. Тот, кто говорит, там джихад, он к исламу отношения не имеет. Он не мусульманин. Всегда говорили, вахабисты или кто-то наши молодежь убивает, отправляет. А вы сейчас что делаете? Муфтияты все фатвы дают, и там джихад, и пачками там умирают. Больше, чем в других регионах, с Дагестана умерли там. Из -за этого изучайте свою религию. Тот, кто говорит, там джихад, он исламу отношения не имеет. Он не мусульманин. Потому что свои фатвы дают для тагута, чтобы содержать свое тагут и содержать свое кресло не для ислама, не для мусульман да бережет Аллах нас от таких фату. Амин, амин, амин. Иншалла, приступим отвечать на вопросы, которые мы получили вчера. Если не можешь или боишься просить прощения у человека за несправедливый такфир, гиба и т.д., возможно ли покаяться, просить прощения у Аллаха за этого человека и прося для него рая и защиты от ада? Если человек рибат сделал, или же такфир сделал, да, покаешься перед Аллахом, Субхану Та'аля, и просишь прощения за своего брата мусульманина, который ты такфирил, чтобы Аллах простил его, или какой рыбат сделал, чтобы он тоже тебя простил, иншаллах, если за это рыба, тем более, если или за это такфир, который ты делал, еще хуже станет, если ты ему расскажешь, лучше скрывать и делать тоба, иншаллах, Аллах тебе простит. Я увидел видео, где вам задают вопрос про родинку на левой ноге. У Абдуллах Рильс было. Это не, не, это не моя страница, чтобы знали. В связи с этим, такой вопрос шейх. Часто вам задают такие глупые вопросы. Вместе с Рашидом сме, э, смеетесь над этими вопросами. А насчет религии вопросу нету, шейх. Пусть Аллах обрадует вас и, и нас раем. Аминь. Иногда думаешь, это глупый вопрос. Но такие суеверия имеют место многих людей в голове. Эти вопросы, ты думаешь, это просто или шутку задал, если не ответишь. Просто такие суеверия, если какой-то родинка есть, если ночью подметать, что будет, если что-то делать, что-то будет, если кошка прошла перед тобой, что-то будет. Это все суеверия, которые отношения к исламу не имеют. Многие такие вещи есть. Один из этих вещей тоже был. Просто я так шуточно ответил чтобы потому что ничего не будет. Что будет, если есть? Это создал Аллах тебе, Суан, сказал, тебе так. О таких вопросах не так много. Раньше, может быть, было и, и, и бывает, но не так много, алхамду Даже один процент из всех вопросов, которые поступают, нет таких. Можно ли помогать джахилям в поисках жены или мужа? Бывает, что знакомые просят, чтобы с кем-то познакомиться, с целью женитьбы, но мы знаем, что намаз они совершают вообще, ведут светский образ жизни, а значит, общение до а скорее всего, будет запретное и свадьба харамная. Имеется в виду знакомить джахали с джахалями. И сам знаешь, если ты знаешь, что общение джахали, и встречать, зачем ты это вообще вмешиваться туда? Не имеешь права. Мусульманин и мусульманка, им, чтобы их никях делать, подсказать, что такая сестра есть, или такой брат есть, чтобы он пошел сватать к ним родителям. Такое можно. А такие, э, чтобы ты была причиной, чтобы они знакомились дальше, они харабные отношения делали, харабные общения делали. Конечно, нельзя. У меня такая ситуация. На утренний намаз у меня не было полного омывания. Ход была вода. Но сделать полное омывание не было возможности, так как живу в общаге, и душ был закрыт до утра. Я сделал таямом, но на полное омывание пылью со стены. Так как песка тоже найти не смог, не было возможности, так как общага была закрыта до утра. Вот я сделал полное омовение таямум. А малое омовение сделал уже водой как следует. Сделал намаз. Нужно ли мне восстановить намаз? Потому что не обязательно душ, чтобы был, ты купаться. Мог бы зайти в туалет, там же искупаться. Туалет же не может закрыть, там люди живут туалет можно было искупаться, и все это закончилось. Из -за этого, когда есть возможность искупаться, не обязательно, что возможность была, у тебя там ванна была или душ был. у тебя есть возможность туалет искупаться, не искупался, сделал таяму. Да, это намаз, надо восстановить, Аллаху Иногда мои друзья зов зовут меня на намаз, но в это время у меня не будет усыль большой омывания, и мы можем быть и можем быть не вне дома, и я не могу сказать, что у меня нет гусля. Если я сделал намаз без большого омовения, не стану ли я мунафиком или неверующим? Молиться без омовения из-за стыда – это является большим грехом. От кого ты стесняешься? Скажи, у меня гусля нету, искупаешь, потом помолюсь. Или если у кого-то друга ты находишь заходы, к нему душ, искупаешься, в чем проблема? стесняешься от людей, не стесняешься от Аллаха, Субханаму Та'аля, сделал такой большой грех. Из этого, конечно, ислама не уводит, но она является большим грехом, Аллаху Алям. Будет ли грех? Сейчас нервничать нельзя мне. Если я не буду общаться по телефону с семьей мужа, ненависть осталась. Муж винил меня обо всем, ты виновата. Делаю сабр, много читаю про ислам про нашего любимого пророка, конечно же, в первую очередь про Аллах. У меня открыли, открылись глаза, Алхамдуля, сами не хотят измениться, ни капли, от меня ждут много изменений. Ты должна с твоим мужем нормально относиться. Остальные, если ты относишься к тебе вознаграждение, не относишься греха нету. С твоим мужем должна быть хорошим отношением, и слушаться мужа, и ухаживать за мужем. И муж тоже должен быть также с тобой хорошим отношением. Аллаху, алям. До создания Аллахом причист он и велик человека. Находился ли человек это время покоя? Или Аллах из-за того, что он захотел, вырвал человека или что-то, из которого состоит человек из покоя? Или решил его создать? Есть ли в Коране вопрос на этот ответ? Просто мне последнее время приходит мысль, что то до того, как мне создал Аллах, мне было хорошо. И мне хочется обратно эту пустоту или не как его еще называют. Как называют? такого. Тебе не был Аллах создал. Как некоторые говорят, я где-то там был, оттуда вырвал, тебе сюда закинул. Нет такого, Аллах Субхану Ата'ала создал Адам, наш отец, и Хава, его, как называют э, христиане и другие религии, Хава, создал с них, произошел из народа. До этого никто не был. До этого нас не создал Аллах Субхану Ата'ала. Просто сказать, да, Адам, где-то мы были, а там мне хорошо было. кто откуда ты помнишь, что тебя там хорошо было? Сухан Аллах. Нет, до Адама не было человечества. Адам создал Аллах Сухану Аллах, и оттуда прошло человечество. И нету такого, что мы кем-то раньше были, как это буддисты говорят, и сейчас, и потом наши души переходят на другую. Как некоторые говорят, кем я был раньше, это все никакое отношение к религии не имеет. Аллаху Адам. Какое напоминание вы сделаете, мусульманину, он смотрит ваш канал, который читает эретические романы. При этом он женат. Какого положения этого, этого ислама спасибо? Это грех. Это является грехом. Но он не является мусульманом, если он молится, совершает намаз, совершает столпы ислама, но он грешит. Он является фасихом, но нечестивцем, но не выходит из ислама. Надо этому человеку на себя сделать. Покайся. Не теряй зря время читать вот это ерунду, как говорится. Читай истории пророка, читай истории сподвижников, читай об исламе, читай полезные, даже если даже не об исламе, которые тебе полезны будут для твоего мозга, для твоей дуни, есть, даже для ахирата полезны, не читаешь. Алхамдуля, на русском языке очень много книг есть исламские, которые перевели истории пророка, истории сподвижников, истории сподвижниц этим занимайтесь. И покайся от этого греха. Что ты скажешь о отбул Акбаре, который будет рядом с имамом Махди? Я скажу, Кутбуль Акбар не будет рядом с имамом Махди. Это все выдумки суфизма. Это все является выдумкой суфизма, что, как сказал, говорят на хшмандистском книгах, пишут, маҳди имам маҳди будит устазам наъшабандиско тариката этажи падфриждаи гавари муфти дакистана пака има маҳди буи нан баяс нечеа да имам маҳди итнаш тарикат буит нидавна натунился видеоролик син саидафанди котори гаварид джабраил лсалм зделал три таваҷуа ле пророкасллс первым его очистил, второй его зикра, потом этот читаваджу через этих устазов Нахшабандийского тариката до, нам дошло, до нас дошло этот польза и баракат. Если мы будем делать зикру, то, что этот тарикат и устары нам дают, мы получаем баракат. Что получается? Основа этого тариката вот эта история. Хабибу и Урак,

ауаикуулеллиэт история достверна начитр достоверни что такой товаджу делал чтоб е очистит тау дела то баркат зикрулэт сетиазнтри разные товаджуга сделал джабрилалейислам пророку потом он передал сподвижникам некаторим Ахшубандийский таракат идет, как они говорят от Абу Бакра, они говорят Аллах, Джибрил, Мухаммад, Абу Бакр, Салман, Касим, Джафар, Тайфур, Абу Хасан, Абу Али. И так до да, сегодняшнего устару они свою сельсилу говорят. Это в сельсиле между некоторыми шейхами даже сотни лет. Они говорят, они стрел... их не рух встретился, их душа встретился. Что я хочу сказать, что эти люди смеются над простыми. Жалко этих людей. У них нет возможности читать книги, чтобы узнать, это правда или нет. Они приводят основа, он говорит, его сказал, он имел в виду своего отца Сайдафанди. И он говорит, Кудеев сказал, что три таваджуха сделал. То, что сказал Кудеев, он говорит, Кудеев уже с пророком не был. Кудеев уже с пророком не был. Значит, если это случилось, нам должны передать книги Хадиса. Потому что все хадисы от Пророка, которые переданы были, все записано есть. Которые записаны, достовер, хадис, нет, Это значит не было. Значит это не религия. Если она нужна была, бы, Аллах сохранил бы. Аллах в говорит, инна дзикр, ва инна ла хафидун. мы не спасали этот дикр, Куран, мы его сохраним. Куран не спасали, сохранит. И понимание Курана тоже Аллах Субхану, да, сохранит. Понимание Курана сохранит, надо сохранить хадисы Пророка. Вот эта история, то что выдуманная если это недостоверная. Если это недостоверная история, значит, весь этот арикат надо выкинуть. Потому что если основа недостоверная, отвлечение от него тоже недостоверное. Из этого призываю вот сын Сайда Фанди, который сказал, пророк, пророк, пророк сделал это ваджу, и он сделал у старого Накшимадийского ариката. Найди

значит, это является враньем, это является наговором на пророка, алейкум, и также то, что сейчас вы говорите и делаете тарикат, тоже наговор на пророка и на ислама. Если это не так, докажите. Я вам даю, чтобы эти книги найти, искать, которые вы делаете днем и ночью тарикат, и говорите, наговорите, пишите книги тамами, что это от ислама. Я вам даю до следующего эфира, время, дайте этот хадис достоверный, я покаюсь перед вами, скажу, я извиняюсь, я оставлю этот, то, что я вам говорю, и покаюсь перед этом все то, что про вас плохо сказал, удалю. И скажу, это достоверный, это тарикат. И сам буду соблюдать этого. Если скажете, а я вам говорю, нету этого, в Аллахе, биляхи Таллахи, нету такого хадиса. Я уверен, что такого хадиса нету. Как уверен, что мое имя Абдулла, еще больше уверен, что такого хадиса нету. и это наговор на Пророка, саллиллаху И вам, который так открыты глазами, смотрите на этого человека, когда он врет, вам тоже советую, просите у него, чтобы дал доказательство. где это сказал Пророк, саллилайссалам, что мне Джабриллайссалам того, Джого сделал. Где сказал Пророк, саллилайсалам, или же сподвижники, или же табини. tа e кasаs la аа саidааnd a аа or lo usен ааnd saili tаudin de mulneabmнa oi e что свои карманы заполнены деньгами. Этого не делайте. Оставьте религию Аллаха, не трогайте его, не пачкайте его. С этим религием Аллахом издеваетесь вы. Пригибайте его под таутом, пригибайте его под любыми вашими страстями. Да убережет Аллах, Субханаху нас от этого. Шейх, что ты думаешь о Мухаммаде ибн Абдул-Вахабе и можно ли следовать за ним? следوا تنا مجنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم بذكر بريكسنا من سلدو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ز ناشو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الوهاب يقولات распространение религии Аллаха Субханаху Та'ал. Он один из ученых, тысячи ученых, которые в были, которые есть. Много хороших деяний, есть ошибки. Но он является ученым из ученых ислама, который мы должны уважать и слушаться, как слушаем других ученых. Шейх, такой вопрос. У нас, у нас в школе наш директор не разрешает носить хиджаб отпуская полоток так, чтобы она прикрывала грудь. Также она призывает служить России. И всегда читает лекции, поддерживая Путина. Также она отрицает обязанность хиджаба. И что музыка харам. А, какого ее положения? Выносится ли ей такфир за это? Она не мусульманка. Такая женщина не мусульманка. Из -за этого те, которые в школе запрещают хиджаб, для чего это делаете? Чтобы приблизиться к этому России, оккупанту. Вы рабы оккупантов. Вот эта школа, большинство, для чего они делают? Для чего они пользуются? Их польза большинство, чтобы наших детей поработили этому тагуту. Какое отношение Путин и хвалит школы имеет? школы школе ты должны дать русский язык, математика, родной язык, физика, алгер полезные, А чтобы мы были патриотами этого нашего оккупанта, какое отношение эта школа имеет? Школа для этого пользуется. Поэтому мы говорим, нельзя в таких школах учиться. Не за то, что мы не за против, ислам, против науки. Ислам, даже что, что, такое этот Европа и Запад, что такое наука, пока не знала. Ислам и наука знала, и исламские ученые подняли науку. Первое слово ислам тоже было «читай» со всех наук, которые можно... Это, а эта школа для чего делается? С детства смешанные классы. Для чего? Чтобы потерялся стыд, который есть между девочками и мальчиками. И также каждый раз восхваляют Таута, восхваляют этой родины, как будто потом, когда 18 лет используют за эту родину, чтобы умерли, не за ислам, а за мусульман. Портит наших детей. Для этого эта школа. А знание это является обязанностью нашей религии. Требование знания, обязанность каждого мусульманина, так сказал пророк, знания, шариатские знания и это мирские знания, которые для, нужны для этого мира. Врачебная, химия, физика, все это тоже обязанность мусульманина. Есть обязанность индивидуальная каждому мусульманину, есть, есть некоторые группы его берут, а другим не обязанность это знание, чтобы не сказали, что мусульмане против знания. Нет. Но эти школы, которые против хиджаба, это школы, которые запрещают одевать хиджаб, отпускать бороду, идти пятницу мечеть, такие школы учиться являются харамом. Такие директора являются каферами, они не мусульмане. Можно ли читать, и пить, пить, кофе, кофейник, где также продают алкоголь. Если там пьют алкоголь, так не заходи. Если другого нету заведения, купи оттуда, выходи, но там, где пьют, это алкоголь не сиди. Если другого нет, купи оттуда, выходи в другое место. Не увеличивай этих численность этих нечистивцев, которые пьют и сидят там. Можно ли делать масса, если обувь ниже щиколоток, а носки выше щиколоток? На носки можно делать а, более правильное мнение. Большинство ученых, которые говорят, надо закрывать те места, которые обязаны мыть. Фард. Шикалатки тоже надо прикрывать обувью или носками, и, если хочешь маску делать. В Аллаху а алам. Я пришел к выводу, что каждый ширк – это куфр, но каждый куфр – это ширк. Но не каждый куфр – это ширк. Прав, Прав ли я? Почти да, можно сказать. Но нет разницы между ширком и куфром пред Аллахом Субхану Имеется в виду, ширк тоже Аллах не прощает, куфру тоже Аллах не прощает. Ширк тоже вечно в аду, куфру тоже вечно в аду за наказание и шир куфра одинаково. А так, э, теоретически можно так различить. Аллаху алям. Ассаламу алейкум, шейх. Как повторять движение за имамом? То есть, насколько мы должны опаздывать, например, когда он говорит Аллаху Акбар. Во время земного поклона, и мы должны сразу пойти вниз, или после окончания произношения имама. Когда имам, например, Аллаху на поясной поклон идет. Когда он дошел, за ним идешь, пока он оттуда не поднялся сразу. И также, когда он идет на суда, когда он дошел, за ним идешь, вот так. А опередить его нельзя. Вместе с ним тоже можно. Но желательно, когда он дошел, за ним пойти. Он, Аллах, курс пошел, за ним пойдешь. Поднялся, за ним поднимаешься. Вместе тоже, если намаз не портится. Если будешь опережаться нарочно, чем имам, твой намаз портится в Аллаху Алям. Когда намаз читаем вдвоем, кто должен читать азан? Может один человек и читать азан, и один человек читать камат, и он же помолится. И можно один читает азан, другой читает намаз. Аллаху алям. Когда мы ходим на работу, всегда одеваемся на Всегда одеваемся в джинсы, в джинсы, куртки, рубашки, туфли, хоть это и не парадная форма. То есть красиво, как подобает мусульманину. На ноше, когда возвращаемся домой, одеваемся, чистые, комфортные для нас одежду и ходим в мечеть. Правильно ли это? Мол, на работу выбираем, что одевать, а на молитву нет. Но молитву тоже, когда если идешь, если комфортная одежду, чистые, обрядные одежду, одел, нет этого никакого запрета в Аллаху Но перед Аллахом тоже должен быть красивая, хорошая одежду. Аллах говорит, хузу свою красоту. Перед каждым мечетами чистую, а даже Она не воняла. Наоборот, даже является желательным, чтобы было благовоние. Пророк, саллаху алейкум, любил всегда делать миск. Хоббе милей мин днекум. Оттепель, говорит, издеваешься от дуня, говорит, полюбил я благовоние и женщин. Пророк, саллаху алейкум, салам. Из-за этого, если приятную одежду одел, хоть ты поменял ни джинсы, не то, на работу как одеваешься, Мечет пошел, это нет никакого запрета Аллаху Алям. Мы заключили тайный никах человеком, без ведома опекуна и девушки. Без, без ведома опекуна девушки. И трижды развелись. Через какое-то время мы узнали, что Ника без разрешения отца девушки является недействительным. Можем ли мы заново этот раз с разрешением отца сделать никах, учитывая, что предыдущий никах не был, был недействительным и аннулируется? нет, нельзя. Это игра с религией. Ты сперва заключил никак, что мне потом нет. Если заключили ника, хоть даже это ошибочный никак был, имеется в виду, какой-то мазхабик хоть подходит, но она неправильный никак был, все последствия этого никак считаются. Если ваши дети родились, они считаются вашими детьми, они не считаются дети зина. когда узнали, надо было развести, ну, уже три талака дал, Имами шафиитского мазхаба, имамы ханбалитского мазхаба, имамы ханафитского мазхаба, они все говорят, это никях. Считает этот, этот Аллах, кто считается, если три раза в развод был, нельзя вернуться тоже. Говорит имам мардави, он говорит, Аллах в никях, который есть разогласие ученых, считается или не считается, как это скрытый никях. Как, как никя без вали, который было, считается. И также Ибн Тамига, гадрахиму Поистине все мусульмане единогласны. Каждый никя, когда женился муж, считал его правильным. Когда женился, он считал правильным. Если у них близость случилась, если родился у них ребенок, этот ребенок считается ихним если это никах, было у них никах такой, и один из супруг умер, жена или муж умер, умер тогда у них ирс тоже получается. Имеется в наследство тоже получится, как жена и как муж. Хотя даже это никах будет бат или если даже никах не действительно будет, Петтифак, мусульманин, единогласный мусульманин. Инта это фатва Ибн Тамир Из этого это никах нельзя делать. У вас три есть. Ты не имеешь права заново никак делать. Я развелся с женой. У нас один ребенок. Ребенок два года от груди не питается. Государство платит пособие на ребенка. Должен ли я, несмотря на выплаты пособия, еще свои своего личного кармана давать деньги жене на ребенка. Если пособие хватает на обеспечение ребенка, если бывшая жена может жить у своих родителей, но хочет снимать квартиру и жить с моей дочкой отдельно, обязан ли я давать на, на это деньги? Нет, не обязан. Если эти деньги, которые дочке дают, это хватает, сверху давать ты не обязан. Но она твоя дочь. Чтобы она в садик пошла, больница, одежда, если это не хватает, ты это ты должен расходовать. Это не жене ты даешь, это твоей дочери ты даешь Аллаху а Алям. Нужно ли делать обрезание ребенку? И какие есть доказательства на этот счет? Если Аллах создал нас такими, то зачем нам менять в себе что-то? Аллах Субхану а создал этот, когда будучи утробы матери, чтобы этот нужда была, это кусок кожи. После, как родился, это лишнее. Аллах же знает, нас создал, если Аллах нас таким создал, почему убрать? Аллах нам таким создал, и с нас требовал, чтобы убрали эту часть. Аллах же нас создал с волосами, волосы же мы убираем. Аллах создал нас подмышки, волосы и в другом месте волосы. Это же брит нас Аллах приказал. Таким же образом Аллах нам приказал этого. Есть многие, сейчас времени хватит, отдельно сейчас пользы обрезания, которые сейчас научным, которые доказано, доктора, какие пользы от этого есть, что это книга уже написана, есть. Просто сейчас это не хватит, все это пользу объяснить. Аллах Субхану который нас создал, Он нас, нас требовал этого делать. А Доказательств от него много. И первый, кто обрезание делал, это был Ибрахим, алейхиссалам. И после это, это один из фитров. Который человек создал, из фитра, который э, является, как сказал э, Пророк, وسلم, из естества, которое, который Аллах وتعالى, объяснил и создал, это очистит подмышки, брит, э, волосы там. И из этих является обрезание. Аллах создал и была нужда у Матери, и сейчас приказал этого убрать. И мы должны слушать Аллаху Субханаху Аллаху. Когда девушка ушла от мужа из-за того, что он не выполнял свои обязанности в течение двух-трех лет, и он стал противен. Она хочет развода уже не первый месяц и не первый год. И она живет у родителей, но муж не дал не развод, и не дает развод. Через маму добиться развода я пока не могу из-за родителей. Вопрос. Если она будет выходить работать, не спрашивая мужа, без его разрешения, так как развода не было, получает ли она грехи за это? Ибо у нее есть муж, который должна спрашивать. Из-за из родителей и не пойти, это не причина. Если ты не хочешь жить, иди имаму и скажи. Если муж не обеспечивает тебя если муж не, дел, не делает свои обязанности, я не знаю, тебе верить невозможно, чтобы ты сказала муж не послушал, сейчас твою хукм я не делаю. Если муж не обеспечивает, если муж не делает свои обязанности, тогда да, имеешь право ты развод, и даже тогда ты не обязан слушаться мужа. Если он свои обязанности не обязан слушаться. если он делает свои обязанности, тогда тебе харам ослушается а мужа, Аллаху Аллаху как найти жену, если через родственнику не получается? Также праведных братьев спрашивают, говорят, мы этим не занимаемся. Спрашиваю, и мама говорит, мы этим не занимаемся, но при этом сами все находятся и женятся. Получается, нужно с улицы найти, которая нравится, и подойти. Не хочу с харамом взять жену. Нет. Если ты знаешь, у кого есть дочь, подойди и сватай ее. Если ты в мусульманском среде живешь, не обязательно, кто-то тебе нашел сам узнал такого-то брата есть дочь, подойди, скажи, я хочу жениться на твою дочь. Или же к ним отправь своих родственников. Если ты говоришь, что ты сперва найди, у кого есть дочь, потом отправь другу жена, если ты сам сперва стесняешься подойти. Аллаху а Пишу от имени сестры, которая плену и муж в тюрьме. Она хочет развод, но не знает, как ей развестись. С мужем, если он в тюрьме, и нету и мамы, и она в плену. Как ее развестись с мужем, если все пути закрыты, барак Есть много путей, алхандуля. Может связаться, если он может она связаться, связаться с знающими людьми, которые занимаются этими делами. Например, если она находится, например, за плену я не знаю, если она вы имеете в виду там Шаме. Другой вопрос. Есть братья, есть там шами, которые они могут связаться, если у них связь есть, и решить свой вопрос, иншаллах. Если она плену там России, Другой вопрос. Если ты за границей, здесь можно этот вопрос решить. Из-за этого сейчас, не зная она, где находится, не могу ответить. Я хочу жениться на своей двуродной сестре с маминой стороны. Она до вас с двумя детьми. Мужа убили по религиозной теме. С того момента она находится под притеснением со стороны ментов и со стороны родителей и родственников из-за случившейся, из-за религии, из-за того, что она покрытая. Я сам нахожусь за границей и не могу физически быть рядом. Я не могу поехать и забрать их сам. Основная проблема, что когда узнают родители и родственники, есть вероятность, что с их стороны могут быть физические действия, в первую очередь, со стороны ее отца. Ранее были моменты угроз по отношению детей к дочке со стороны ментов. В основном из-за ал алкоголя, ее папа переходит границы, пока не было рукоприкладства. Но к этому все идет, так как она переехала к себе квартиру и перестала давать деньги отцу. Я хочу их забрать, иншаллах. И когда будет назначена дата вылета за день, до вылета хочу сказать родителям моим и ее, что женюсь на ней и заберу их, не сказав дату и на следующий день, чтобы они вылетели из страны или не сказать до вылета. Видно будет по ситуации. С ее папиной стороны нет человека, который читает намаз. Почти все ее дядки, такие как ее папа, любят выпить. У нее нет родного брата. С папиной стороны нет вывали. Нет человека, который читает намаз. Даже если был бы человек, не думаю, что получилось бы ему объяснить ситуацию, чтобы он не сказал никому из родственников, как мне правильно поступить в этой ситуации с вопросом Никяха за Если ее притесняют, не оставляют менти, я не знаю, эту ситуацию ты объясняешь. Как ее менти не оставляют, если притесняют, она имеет право переселиться в другую сторону. Если родственники его не молится, если родственники нет, но скрыты никак не делает, открыто не скажи, я выхожу замуж. И выдают ее замуж. Ее ближайший другой родственник. И ты говоришь, нету, если ты на родственница, ты лучше знаешь. Но я не могу сказать, так делай, то, что можно, чтобы она, если ее притесняют менты и угрозы есть, она имеет право даже хиджур делать в другую сторону. Приселиться отсюда же, позвоните, и ее отцу и твоей матери, скажете, мы хотим жениться. Если согласие дадут, это лучше, не дадут, то же можете жениться. В Аллаху алям, так как Немалящий человек не является валием для нее. Немалящий человек не мусульманин, мусульманин. не является валием для мусульманина, Аллаху Алям. А так скрытно никак делать не имеет права. Моя сестра, поверь, мне очень обидела. Я никак не могу с ней общаться. Из-за обиды. Грех мне это. Ну, если обидела, если она тебя попросила, прощай, салам давай. Если не хочет общаться, близкие общения делать, это не обязательно. Нету греха, что близ, если с близ, близкими не общаешься. Если совершаешь намаз, активно стараешься практиковать ислам, но у твоей семьи продуктовый магазин, где продают спиртное. Отец советский закалки, мне 18 лет. Что, мне еще, можно ли кушать? Можно кушать, если деньги. И там есть, например, спиртное и другой продуктовый магазин. Можно эти деньги, которые отец тебе сдает, тебе покушать. То, что он принес еду, тоже покушать. Главное, чтобы было халал. а в виду, если мясо, чтобы зарезал мусульманин. А так, то, что он делает, если э, продуктовый магазин, не все же деньги харамные там. Есть харамные, халалные. Считай, что это халалные и покушай. Если мои, будет ли грех, если я буду видеть, как мои коллеги по работе оформляют рассрочку клиентам, сам я не оформляю. Мне, как свидетелю, будет грех расставчительства. Если ты будешь свидетельствовать и писать твое имя, что ты являешься свидетелем этой торговли, будет. Если нет, нет. Я не знаю, у тебя что за работа. А, если там участвуешь в этом банке или работаешь в таком банке, конечно, будет грех. Мы сможем женать 13 лет. Есть ЗАГС. И отец мужа написал нам мечеты Никях без нас. По Шариату нашей семье действительно много раз говорил мужу. Муж, я развожусь с тобой, ты свободна. Каково положение в нашей семьи? Если муж сказал вам много раз, у вас уже развод, много раз сколько? Один раз, два раз, три раза. Если больше трех раз он говорил, вы уже не муж и не жена, вы не имеете права жить. Если он сказал тебе, я развожу с тобой, ты свободная женщина, уже у вас никак не считается. Если три раза сказал. Я говорю, что ты много раз говорил. Если я дам зарядку от телефона родственнику, который будет совершать грехи на этом телефоне, будут ли не записаны все грехи, которые он делает? Если ты сто процентов знаешь, что он грешит, да. Если нет, просто попросил телефон, отдал. Зарядку нету на этом греха. Аллаху ана. что делать, если не могу принять смерть родителей? Четыре года прошло, но мне тяжело и не могу в это поверить, что их нет. Что мне делать для них, чтобы им было легче? делай за них дуа, делай за них садака, делай за них хорошие, если они хадж не делали, если ты возможность дел, есть, делай за них хадж. Это им поможет. Твой скорб им не поможет и тебе вредит. Если сабру сделаешь, ты получишь вознаграждение. Не имеешь права больше трех дней скорбить мусульманин за умершего человека, кроме жены, 4 месяца 10 дней. Из -за этого нельзя так. Это кадр Аллаха. Мы все знаем, что мы умрем, мы же родители умрем. Неужели мы этого не знаем? Знаем, случилось. Первый раз чуть труднее. Ну, мы должны это забыть. Уже четыре года это никакие рамки шараты не лезет. Им помочь хочешь? Делай за них дуа. Помочь, помочь хочешь? Делай за них садака. А так скорби себя, ты им вредишь. Как говорит в хадисе, умершего человека Аллах наказывает за то, что его семью плачут. С этого лучше отпусти ситуацию. Не держи это в сердце. Они не вернутся за твой скорб. Живи своей жизни. Не умирай вместе с ним. Не умирай вместе с ним. Работай и твои дети, если замужем или женатый. Если нет, готовься к этому ты тоже умрешь, сам готовишься к ахере. Соблюдай религию Аллаха Субхану в Москве, здесь не суд. И вот мы совместно нажили несколько имуществ. Машины, земли, детям, квартиры. Я сидел дома. Неужели все достаются только мужу? Ну, ты сидел мужем, муж заработал. Что ты хочешь от мужа? Это мужа имущество. То, что детей отдал, детей, детей будет. А, <клёх> Жене достается то, что муж отдал и является муж желательно отдать нормально, долю и имущества, когда разводится. И Махар, который говорит, а вместе нажитый, как нажитый, ты дома жила, муж работал. И ты не работал, ты муж кормил, одевал, обувал, ты дома сидела. И то, что работал имущество мужа, не дается жене. Кроме как, который муж сам отдал добровольно. Если я сказал, что тот, кто отрицает хиджаб, тот кафир. Я сама вышла здесь. Нет? Правильно ты говоришь? Кто говорит, хиджаб имеет в виду без платка э, закрывать голову женщинам? Это не от ислама? Тот кафир. Правильно ты сказала? Добрый вечер. Я христианка. Хочу принять ислам, но немного страшно, что Христа предам. Субханаллах. Иисус, Иса, Салам. То, что он принес религии, и религия Мухаммада одинаковая. Все они призывали, что мы были рабами Аллаха. Никогда Иисус не говорил, что сам является Богом или Сим Божьим. Он всегда говорит, «Инни Абдуллах, я раб Аллаха». И тот, который послал Иса, алейхиссалам, к нам, и он же послал к нам Мухаммада, саллиллаху алейкум. Если ты примешь ислам, ты будешь наоборот – Послушание, послушание послания Христа, потому что Он сам призывал после Него, который придет пророку, чтобы за ним следовали. Это доказано в ваших книгах книги Инджиле, что после Него придет еще пророк. Есть хорошие лекции на канале Правда или называется канал. Там диспут идет между мусульманином и христианином. Сказано ли? про пророка Мухаммада, э инжили или тавраты, медседу и и скандалом Новом Завете скажите про Мухаммада. Канал есть, правда или, хороший канал, и там есть диспут. Послушайте диспут, и ты еще больше укрепишься и принимаешь ислам. Я тебе даже не говорю, давай, э подожди, пока ты лекции послушаешь, сейчас же принимай ислам. Если хочешь узнать, как принять ислам, заходи на наш канал в YouTube. Там есть видеоролик, называется «Как принять ислам». После, как ты примешь ислам, в нашем канале есть «Как молиться». Молитва пророка и омывание пророка называется два ролика. И под роликом «Как принять ислам» закреплена те книги необходимые, и каждый мусульманин, что прочитал и соблюдал религию Аллаха Субханаху когда был джахилем, посадил на могилу отца дерева. Сейчас какое действие мое должно быть? Нужно ли срубить это дерево? Нет, не нужно срубить это дерево. Если сестра покаялась, Аллахом не делает больше напоминаний своей тете. Будет ли на ней грех за это? Просто тетя всегда с ней спорит и злит ее, когда слышит напоминание тети шиитки. шиитки. Ну, за это клятва. Не надо соблюдать это клятву. Делай напоминание мягче. И за то, что поклялась за это, отдай садака, корми 10 бедных. Примерно 6-7 килограмм, например, скажем, крупы, рис или же другой, например, гречка. Отдай 10, корми 10 бедняков и начинай делать напоминание своей тетке. Напоминание делай мягче, не грубо. Чуть напоминание если когда видишь, дети останавливаются. Потом заново напоминай. Не надо кляться, чтобы делать хорошие дела, останавливаться. останавливаются. Папа выгнал маму из дома. Говорит, дал развод. Скажите, если мы, дети, не будем разговаривать с отцом и ходить к нему, примет ли Всевышний наши благие деяния? Ваши благие деяния примет, но с отцом так не должны общаться. Но это муж и жена. Мама и папа, муж и жена. Ну, Андрей, если у них как-то случилось, может, мама не права был, или отец не прав был. Но они разошлись. В чем вина ваша? Вы должны относиться к маме тоже хорошо и к папе тоже хорошо. Аллаху а алям. У нас сын 4 месяца. Мы пока не планируем второго ребенка. Пока он не вырастет, будет ли грех на нас? Когда ему будет годик, потом хотим планировать. Нет греха на этом исламе. Аллаху а алям. Можно ли читать книги против атеистов и на другие темы, которые выпускают канал «Правда или». Братья мусульмане, эти книги, например, всем читать я не советую. Всем не надо их читать. Эти книги читаются тем людям, у кого, род, например, в роду есть или близкие други, атеисты. Чтобы их призывать, да, советую, чтобы прочитали. То, что они делают, например, опровержение христианам или книги против христиан, можно прочитать тем людям, кто хочет призывать христиан, а просто читать их, чем это читать, читайте те книги, которые есть больше пользы для тебя, для своего воспитания. А так, то, что они делают большую работу против атеистов, против христиан, их надо читать тем людям, кто имеет отношение к этим людям. И советую читать, и советую их переводы слушать. И сейчас же Верхов уже сказал то, что они сделали перевод диспута между христианами и мусульманами очень хороший диспут надо слушать и использовать это иншалла я нахожусь в местах лишения свободы мне намаз читать негде кроме где раз развивают раз, обувь а -а -а. но там не грязно просто вопрос о том что ибла попадает на обувь можно ли так помолиться можно можно كحكامنيد الله سبحانه وتعالى тебя, الله سبحانه وتعالى أتتي آمين آمين الحمد لله رب العالمين بص الله سبحانه وتعالى بريمي النشيت مجلس مجلس الذكر بريمي كاك الله إنام بلع благо, الله سبحانه وتعالى آمين Inša Allah, Allah subhanahu wa ta'ala da se nam silu i i možnost. Čez njedele stretim se u takođe vreme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.